Все еще 19-е, уже вечер, наверное, часов, не знаю, может быть, 8 вечера. Я варю супчик грибной, грибы собирала сама. Вот. Соседи там. Вот плавленый сырок купила, один уже порезала, а второй еще порежу. И буду добавлять сюда в супчик, что-то он сильно кипит у меня. Та-та-та-ра. Поменьше. Вот, мои хорошие. Грибы сама собирала в Великом Новгороде, в лесу. Вот. И потом туда лук, когда они немножечко покипят, грибочки. Ну, они сушеные, я их замочила на несколько часов предварительно. Потом туда лучок тоненькими такими. Вот. Потом после лука картошечку и приправы, какие вам нравятся, любые. Но я только соль кладу, я не люблю, когда много приправ. Только когда уж готов суп, тогда можно положить кузубру или бадунис. Ой, петрушку или кинзу. Я по-арабски сказала, простите. Вот. А потом, когда картошечка уже будет готова, так меленько картошечку порезала, тогда уже вот эти вот плавленые сырочки порезала и туда в супчик замешиваешь, и он становится как сырный супчик с грибами, даже чем-то похож на жульен. Он такой наваристый, густой, очень-очень классный. Вот так вот он, родной. Подходит соседка Алена. Она в этой коммуналке живет 19 лет. Это ее цветочек. И это ее столик, ее место. Это тоже. Это все ее место. Тут у нее мусорное ведро. Прямо возле финской печи. Видите? Мне так нравится эта печь. Вообще класс. Вот, мои родные. А, еще хотела что сказать. Я сейчас около часа сидела и отвечала на ваши комментарии. Правда, у меня аж это помутнение произошло. Потому что столько людей пишут. И спасибо вам огромное. Такие приятные комментарии. Я обязательно всем отвечу. Я стараюсь всем ответить. И зайду тоже ко всем. Кто подписался на меня, тоже обязательно подпишусь. Я смотрю все видео и под каждым отвечаю. И это, представьте, вот у меня сейчас там 700 человек подписчиков. А если я захожу к ним и тоже у них смотрю, и я смотрю, когда захожу и подписываюсь на канал к человеку, если мне нравится канал, то я смотрю не одно видео последнее, осмотрю несколько последних, а иногда и иду туда дальше, смотрю много видео, чтобы иметь представление о человеке, о канале. Вот. И поэтому у меня очень много времени уходит. Я в день иногда смотрю по 50 человек. Представляете? А за 10 дней я могу посмотреть 500 человек. Если я к кому-нибудь еще не зашла, вы, пожалуйста, мои хорошие, не обижайтесь. Я обязательно зайду. Не сегодня, так завтра. Обещаю вам. Супчиком пахнет просто офигенно. Я его ем без мяса. Только грибочки, лук и картошечка. Видите, какая миленькая. А сейчас, когда картошечка сварится, я туда вот этот сырок плавленый
добавлю и буду стоять, размешивать до тех пор, пока он, плавленый не расплавится. А потом буду есть. За ваше здоровье, мои родные. Всем волшебного вечера. Люблю вас. Пока-пока. Мне уже говорят многие подписчики. Иришечка, мы уже так к тебе привыкли, так скучаем по тебе, как будто ты часть нашей семьи. Мне так приятно, мои родные, правда. Аж так бальзам по сердцу, что чужие люди роднее моих родственников получаются. Спасибо вам большое. Люблю вас. Пока-пока. Снова уходим в лампочку. У нас тут новая лампочка. Пока.